Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я расскажу про лучшие мультипекари для дома, упомянув особенности каждой модели. Заодно выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. В первую очередь хочу выделить Red Solution RMB-M6011. Этот многофункциональный кухонный помощник превзошел мои ожидания. Благодаря трем съемным панелям, которые идут в комплекте, он позволяет готовить не только сэндвичи и вафли, но и жарить маленькие кусочки мяса или овощи. Особенно удобно, что благодаря антипригарному покрытию и поддону для сбора жира чистка после использования не составляет труда. К тому же элегантный дизайн в черном цвете с металлическими вставками делает его не просто устройством для приготовления пищи, но и стильным дополнением к интерьеру кухни. Не могу не отметить и дополнительные преимущества, такие как двухуровневый замок и индикаторы питания, нагрева, а также готовности к работе, что делает процесс приготовления максимально комфортным и безопасным. При этом, несмотря на свои многочисленные функции, устройство имеет компактные размеры, что делает его удобным для хранения на кухне любого размера. Впрочем, как и любой продукт, у мини-пекарни есть свои недостатки. Некоторые пользователи отмечают, что хотели бы иметь больше разнообразия в комплекте панелей для расширения возможностей приготовления. Также, учитывая мощность в 700 Вт, для некоторых блюд может потребоваться немного больше времени на приготовление, чем в более мощных устройствах. В целом, если ты ищешь компактное и многофункциональное устройство для кухни, которое позволит вам экспериментировать с разнообразными блюдами, мини-пекарня Red Solution может стать отличным выбором. В описании под видео я оставила для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Следом идет GF Гриль GFW-042. Этот мультипекарь станет настоящим открытием для любителей домашней выпечки. Устройство обладает набором съемных панелей, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит разнообразие и качество. В нем без труда получится приготовить классические венские вафли, вафли-трубочки, орешки, а также экспериментировать с шоколадными, овощными и даже сырными вариантами. Антипригарное покрытие панелей гарантирует легкость в уходе и использовании, обеспечивая при этом идеальный результат выпечки без лишних хлопот. Важно следить за тем, чтобы не перегружать прибор продуктами, чтобы избежать недопека и обеспечить равномерное пропекание. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Еще один достойный мультипекарь – Redmond RMB-M605. Он оказался настоящим многофункциональным помощником на кухне, способным заменить сразу несколько приборов, включая вафельницу, кексницу, пончик-мейкер, сэндвичницу и мини-гриль. Интересно, что производитель предлагает более 40 различных сменных панелей, что позволяет адаптировать устройство под самые разнообразные кулинарные задачи. В комплекте идут панели для приготовления венских вафель, пиццы и пончиков, что уже предоставляет широкие возможности для кулинарного творчества. Однако, несмотря на такой впечатляющий функционал, пользователи отмечают и некоторые недостатки. Один из часто упоминаемых минусов – это необходимость приобретать дополнительные панели отдельно для расширения функционала, что может повлечь дополнительные расходы. Также стоит отметить, что несмотря на наличие антипригарного покрытия, за ним требуется особый уход, чтобы избежать повреждения и сохранить долговечность покрытия. В целом, это модель представляется отличным выбором для тех, кто ценит в кухонной технике универсальность и стремится к разнообразию в домашнем меню. Она подарит массу возможностей для кулинарных экспериментов, делая процесс приготовления не только проще, но и интереснее. Pioneer SM302D – максимально доступный мультипекарь. Этот компактный помощник не занимает много места на кухне, но при этом способен заменить сразу несколько устройств благодаря своим сменным панелям.
Используя его, я легко готовлю вафли на завтрак, сэндвичи к обеду и гриль для ужина, что идеально подходит для разнообразия повседневного меню. Его мощность в 850 Вт обеспечивает быстрый нагрев и приготовление, а антипригарное покрытие делает очистку после использования удивительно простой. Механическое управление не вызывает трудности в использовании, а черный цвет прибора гармонично вписывается в интерьер любой кухни. Однако, несмотря на все преимущества, стоит упомянуть и о некоторых недостатках, на которые указывают пользователи. Одним из таких моментов является ограниченное количество сменных панелей, что может не удовлетворить желания самых требовательных гурманов, желающих экспериментировать с большим разнообразием блюд. Также механическое управление, хоть и является достаточно надежным и понятным, для некоторых может показаться устаревшим по сравнению с современными сенсорными панелями. Тем не менее, эти недостатки не умаляют общей практичности и полезности мультипекаря в быту, делая его отличным выбором для тех, кто ценит удобство и функциональность. Источники не предоставили конкретных отзывов, поэтому вышеуказанные недостатки основаны на общих соображениях о подобных устройствах. Еще одна модель от Redmond, которая дает настоящее удобство и разнообразие в приготовлении пищи. С тремя съемными панелями и возможностью дополнения до 40 видов, мультипекарь предлагает поистине безграничные кулинарные возможности. Антипригарное покрытие панелей исключает пригорание еды и позволяет готовить с минимальным количеством масла, что делает каждое блюдо более здоровым. Несмотря на его многофункциональность и удобство, некоторые пользователи отмечают, что мощность в 700 Вт может быть недостаточной для очень быстрого приготовления некоторых блюд, что может немного увеличить время ожидания. Также, учитывая большое количество доступных съемных панелей, в начале использования прибора может возникнуть сложность в выборе наиболее подходящих для конкретных блюд. Однако эти мелкие неудобства не омрачают общего впечатления от использования мультипекаря, который становится незаменимым помощником на кухне для приготовления разнообразных и вкусных блюд. Не могу обойти стороной решение от Moulinex. С первого использования я оценила удобство сменных пластин, которые позволяют готовить не только вафли, но и разнообразные гриль-блюда, а также сэндвичи. Антипригарное покрытие делает процесс приготовления и последующую очистку удивительно простыми и комфортными. Тем не менее, в отзывах пользователей я нашла упоминание о том, что несмотря на множество функций, иногда приходится сталкиваться с ограничениями по размеру порций или спецификой приготовления отдельных блюд. Например, для крупных семей может быть не всегда удобно готовить пищу порционно из-за относительно небольшого размера пластин. Также важно следить за тем, чтобы не перегружать устройство, чтобы избежать его преждевременного износа. Несмотря на эти нюансы, мультипекарь станет отличным помощником на кухне для тех, кто ценит разнообразие и предпочитает минимализировать количество используемой техники, сохраняя при этом возможности для кулинарного творчества. Ну и последняя моя рекомендация на сегодня – это RMB611, опять же от Redmond. Он представляет собой настоящую мини-пекарню для дома, способную заменить целый арсенал кухонных приборов. Предлагаемые комплекты панелей позволяют готовить разнообразные блюда от классических сэндвичей и венских вафель до оригинальных гриль-закусок. Особенное внимание стоит уделить антипригарному покрытию, которое облегчает приготовление и последующую чистку, а также позволяет использовать меньше масла, делая блюда более здоровыми. Один из ключевых аспектов, на который указывают пользователи, это гибкость в использовании благодаря широкому спектру дополнительных панелей, доступных для приобретения отдельно. Это позволяет адаптировать устройство под личные кулинарные предпочтения и экспериментировать с рецептами. В комплекте с мультипекарем идет книга рецептов, что становится приятным бонусом для тех, кто ищет вдохновение для новых кулинарных открытий.
не обошлось без критических замечаний. Некоторые пользователи отмечают, что при всем многообразии функций иногда возникает необходимость в докупке специализированных панелей для расширения возможностей прибора, что влечет дополнительные расходы. Также, учитывая компактные размеры устройства, для больших семей может потребоваться приготовление пищи в несколько этапов. В целом, мультипекарь Redmond RMB611 представляет собой удобный и функциональный прибор, идеально подходящий для тех, кто ценит разнообразие в домашней кулинарии и стремится к оптимизации пространства на кухне. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео. Проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовила. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!